Всем привет! В данном видео я расскажу о том, как отключить автоматическое обновление драйверов Windows 10. Иногда бывает так, что новые версии драйверов не всегда совместимы с вашим оборудованием, и это приводит к ошибкам, либо к нестабильной работе системы. Поэтому давайте подробнее рассмотрим, как же отключить автоматическое обновление драйверов. Первый способ. Открываем поиск и вводим gpedit.msc. Запускаем. Открылся редактор локальной групповой политики. Далее переходим в «Конфигурация компьютера», «Административные шаблоны», «Система», «Установка драйвера». Делаем двойной клик по пункту «Отключить запрос на использование центра обновления Windows при поиске драйверов». Здесь выбираем «Включено» и нажимаем «Применить». Возможно, потребуется перезагрузка системы для применения новых настроек. Примечание. Данный способ подойдет только для Windows 10 профессиональной или корпоративной. Но мы также дополнительно рассмотрим в этом видео еще несколько вариантов отключения автоматического обновления драйверов Windows 10, которые подойдут и для других вариаций данной операционной системы. Итак, второй способ. В поиске вводим «Система» и запускаем. Здесь нажимаем «Дополнительные параметры системы». Открыли свойства системы. Переходим на вкладку «Оборудование». Нажимаем «Параметры установки устройств». В открывшемся окне выбираем пункт «Нет». Кликаем по кнопке «Сохранить». Примечание. Для этого действия необходимо быть администратором. Возможно, потребуется перезагрузка системы для применения новых настроек. Третий способ. В поиске вводим regedit и запускаем. Открылся редактор реестра. Здесь переходим в hklocalmachine, software, Microsoft, Windows, Current version, Driver searching. Открываем Search Order Config и ставим значение 0 и применяем изменения. После этого система перестанет автоматически искать драйвера. Возможно, потребуется перезагрузка для применения новых настроек. На этом все. Надеюсь, данное видео будет для вас полезным.